У нас есть телеграм-канал, есть канал на Рутюбе и есть канал на Яндекс.Дзене. Поэтому, если YouTube выключит, подписывайтесь туда. Можете прямо сейчас подписаться. Предупрежден, значит вооружен. Это же техническая серия. Смотри, скрипит только в конце. В конце только скрипит. Смазки не хватает, если в конце скрипит. Возраст уже не тот. Кто-нибудь хотел увидеть артиллерийский тягач снизу? Пошла. Худи еще засрем. Минуточка божественной интеграции. Да. Вот эти худи вы можете купить по ссылке в описании на электронную почту. Только чистые. Чистые, в масле, как сейчас чистые, новые. И, между прочим, они очень хорошо стираются. Несмотря на то, что мы сейчас будем все в говне, потом это все отстирается легко. Какое качество, тазик держать, да. Долго еще? Нет, уже почти. Очень хорошо. Короче, эту субботу мы решили провести с пользой, так сказать, выехать на пикник. Тимур Дмитриевич всецело отвечает за шашлык. И сегодня перед нами стоит достаточно важная задача. Я сразу хочу сказать, что техника для нас новая, в чем-то неизученное, но дорогу, как говорится, осилит идущий, потому что у нас есть мануал, легкий гусеничный тягач, по-моему, 150 страниц или что-то такое, заказ, ну, короче, 150, да, с копейками. Вот, сегодня я очень хочу на нем поездить, потому что все, что было до этого, у нас не было радиатора, не было одного, второго, третьего, не было сделано ТО, поэтому сейчас наша задача поменять фильтра, поменять масло, поставить радиатор, не ахти какой, но хоть какой. И, соответственно, на этой штуке покататься. В общем и целом, что мы сейчас имеем, что мы знаем? Значит, вот это фильтра солярочные, топливные фильтра. Значит, по счастью, их приобрели. Далее, продолжаем изучать конструкцию. Значит, я смотрю, вот здесь какой-то редуктор и должен быть кардан. То есть, вот эта штука, скорее всего, если я не ошибаюсь, должна идти на заднюю лебедку. Насколько я помню, лебедка у нас там есть. А кардан у нас почему-то нет. Вот здесь вот находится фильтр грубой очистки. Масло, вот он. Видимо, придется открывать вот этот вот лючок, лезть под АТЛ-ку. И вот еще тот лючок отворачивать. Как мы сейчас это будем делать, я не сильно представляю. Но как-то все это дело придется делать. Помимо всего прочего, мы еще имеем ни много ни мало фильтр тонкой очистки. Короче, система очень похожа по большому счету на Волгусскую. То есть там фильтр грубой очистки, здесь фильтр тонкой очистки. Такая вот у нас тонкая очистка. Технологии не меняются. Болтов не хватает. Подушки двигателя, ну как подушки, не подушки, такие опоры, станины, генератор. И тут система даже, по-моему, как на КамАЗе, да, 12-24? Ну, похоже, да. Надо будет, если сейчас все заработает плюс-минус адекватно, надо будет шляпу купить, которая на КамАЗе. Переключатель, да-да-да, чтобы все в штатном режиме работало. Короче, приступим. Не знаю, что из этого всего получится. Что-нибудь выйдет. Что-нибудь обязательно выйдет. Фух. Шашлык будешь? Да. Во всяком случае, какое-то время с запчастями по двигателю у нас проблем быть не должно. А у Паши здесь валяется донорский один. Откуда он, черт его знает, наверное, с тепловоза. Логично предположить, да? Ну, донорский, с него маслонасос, еще что-то там по навеске, по мелочи снято. Более того, вот там стоит тепловоз, на котором стоит такой двигатель. Прямо уже, прямо сейчас, и он функционирует. Если мне не изменяет память, мы на нем даже ездили. Да. На этом тепловозике. Так, фильтра, ту-ту, масляный щуп, в принципе, все одно и то же. Единственное, что меня смущает сейчас, нам бы где-нибудь радик нахомячить. Надо искать, тут где-то что-то было. Достаточно больших размеров. Да, где-то валялось. Ну, я думаю, такой не подойдет. Такой, да, да. Кольчушка великовата. Подожди, а там еще есть один, да? И там да, тоже этот же мотор. Там такой же мотор, абсолютно. То есть у нас, получается, вот эти двигатели оставились на... узкоколейные тепловозики и, получается, на электростанции, насколько я помню, да. И, соответственно, еще на нашу АТЛ-ку, ну, артиллерийские тягачи небольшие. Вообще это МАЗ-200 мотор, как бы на грузовик ставился. А, еще и на грузовик ставился? Да, МАЗ-200 это его мотор, то есть как бы дальше уже просто унификация. Ну и слава богу.
то же самое. То же самое. А вы принципиально фильтра не ставите? Слушай, ну просто иногда зимой с эфиром запускать, когда. Я понял, да. Стартом удобнее. Так, и здесь тоже радиатор гигантский, блядь. Пойдем посмотрим, может что-нибудь найдем. Пойдем, из радиков. Закроем. У вас же тут вон сколько всего, вон еще, господи ты боже, ж ты мой. А это такой же, как вот на тракторе на ДТХе стоит мотор такой же. Но причем мотор именно железнодорожный, то есть он без гидравлики. А можно вот точно такую же бочку, только с соляркой? Слушай, ну, блин, сейчас это дорого стало. К сожалению, да. Она пустая. Ну что, нашли? В общем и целом, да. По большому счету сейчас как бы не до жиру. Еще нашли хобот, водяной, антифризный, как хотите называйте, но по факту это воздушный тепловозный. Должен подойти. И ладно, короче, другого радиатора у нас сейчас нет, не надо ничего говорить, браться по этому поводу. Соответственно, сейчас не очень жарко, поэтому по такой погоде нам хватит. А ближе к лету все-таки поставим большой развитый радиатор, но очевидно, я думаю, что даже в следующей серии. Сейчас мне просто очень хочется поехать, все отчекать, посмотреть и понять, что нам надо ремонтировать. Потому что полигон 98 уже давно звали, как сказать, пацаны, поехали устроим катку АТЛ против АТЛ. Если вам нравится эта идея, поддержите комментарием и переходите на канал полигон 98 и тоже оффроуд с независимым экспертом давайте на АТЛ-ках. Несмотря на то, что все это выглядит мега технически неработоспособно, но я вас уверяю, это будет работать, потому что КПД у дизеля у нас на самом деле гигантское. Значит, такая конструкция была изготовлена. Хобот, этот хобот сюда, а нижний туда. И в принципе будем заливать воду, значит, прогревать, заезжать на шпалы, потому что надо лезть под АТЛ-ку, чтобы все это отворачивать. И каким-то образом будем сливать масло. И все в таком духе. Шашлык готов. Да ты что? Паша, бросай все это дело, давай поедим. Сейчас с утра ничего не жрал. Как говорится, сытый механик, счастливый механик. О, Тимур Дмитриевич. Боже мой, какой ты красавчик, а. Вот сразу видно у вас правильная шапка. По ссылке в описании. А, точно, минутка божественной интеграции. Сейчас, секундочку, я положу братцы. Значит, фирменные худи, независимые эксперта, шапки, футболки, да я на своей девяточке, даже, по-моему, три шарфика осталось. По ссылочке в описании, ссылочка будет на электронную почту, эксперт шоп, там даже такая кнопочка есть, можно написать нашему менеджеру. Все отправим. Да. Так, что здесь у нас? Откройся. Ах ты ж ёпти. Почти Land Rover. Ну и что вы говорите? Где что, как легче обслуживать? Тут хотя бы лючок есть, а в Land Rover его нет. Но смысл в том, что мы не очень умные люди, потому что литературу нужно читать. И выяснилось следующее. У нас, оказывается, прямо есть доступ из салона в топливные баки. А именно, отворачиваем вот эти вот пробочки. Обидно только то, что не сделан щуп. Но, видимо, он был бы длинным и было бы неудобно. Берем что-нибудь, пихаем. И смотрим, сколько у нас солярки. А солярки у нас тут до хрена. Реально до хрена. Так, здесь огонь. В одном баке соляра есть. А мы-то, дураки, этого не знали. Второй бак. Сейчас будем читать, переключается или не переключается, как это все работает. Черт его знает. Но, по счастью, оп, много у нас есть. Так, второй бак. Второй бак у нас. Второй бак пустой. Ну что ж, все не так плохо. Открывай ворота, приехала суета. Держи. В лице Игоря Анатольевича. Все, в общем, мы наливаем водицы, запускаемся, попробуем переехать на шпалы и будем менять масло. Масло. Как много в этом звуке, слове, простите. Так, кран закрыт, вроде бы нигде не течет. Всего 35 литров должно быть в системе охлаждения, но сейчас явно будет меньше из радиатора. Подкачка топлива. Ну чё? Паш, пошел? Да. Давай покажем, как это работает. Покачай с той стороны. Хобот. Не, хобот-то понятно. Покачай. Там на самом деле на штоке проскали. А, все. Работает, все. Взгляд у тебя философский. Угу.
Ну что, попробуем. Так, поехали. Не поехали. Не поехали. Так, выключатель массы не включил. Давай. Попробуем так. Мы же не хотим, чтобы аккумуляторы садились, правильно? Правильно. Джентльмен, старт new engine. Что, опять все то же самое? Как и было. Как и было. Дым идет. Давай, родной. Белый дым. Белый дым. Обычно на четырехтактном белый дым это очень плохо. Но по счастью у нас двухтактный. Ну что ж ты, родной, ну чуть-чуть поменьше. Сейчас я не ручным газом, а ножным. Все, пошел. Идеально. Ну вот. Ну вот, работает. Я правда искренне не понимаю, зачем этого штука. Короче, вода есть. Сейчас немножко прогреем мотор и будем переезжать куда-то на шпалы, что-нибудь такое. Ну что, попробуем? Зеркал жалко нету. Да, по зеркалам не пойти. На характерного просто. Я реально задних не вижу. Может, разведу? В другую сторону. В другую сторону. Это монстр, конечно. У нас ситуация. Поскольку шпалы все под снегом, Паша решил выкопать яму. Мы сейчас туда заедем, подкопаем, будем менять масло. Погнали. Отличная идея. Подозрение, что это печальный ТЛ. Нам придется его разобрать и собрать. Там что-то так дзунькает, бздынькает, хрюнькает. И, короче, органы управления несколько неадекватные. Дзунькает, это надо подтягивать гусеницы. Гусеницы, ладно, это не проблема, подтянем. Там, по-моему, еще и коробку надо снимать, потому что сцепление надо менять, оно подбуксивает. Есть моменты. Да. Игорь что-то ломает опять. А, кстати, смотри. Смотри, как на Land Rover. Угу. Только люка не хватает на Land Rover. А тут да. Есть. Так на Land Rover можно сделать. Да, а тут уже есть. На Land Rover надо кузов отрывать от рамы. Выходите, давайте ремонтировать. Основные работы? Да. Игорь Анатольевич. Я ты не как... помню с прошлого раза, она мне курсу. Можно порвала. Просьбу? Да. Дайте, пожалуйста, кувалду. Какую? Да, потяжелее. Тебе как тяжелому атлету. Что? Это под силу. У нас пальцы вылезают, поскольку тачка с хранения. Их бы вколотить все по периметру. Давай. А вам это под силу, а потому что... организовать? Перчаточки можно, конечно же. Ну, дома, да? Да, ну, ситуация. Я сейчас полезу. Ну что ж, как говорил Остап Бендер, мел со мной, я лезу. Ёпти! Кто-нибудь хотел видеть артиллерийский тягач снизу? Что-то мне подсказывает, что здесь на 17. Да? Причем не все, еще и на 13. Сука, сейчас эту люк отворачивать. А так, в общем, ничего. Состояние достойное, не гнилой. Держи. Спасибо, Тимур Дмитриевич. 17? Да. Вы лучшие. Так, это 13 у меня в руках. Так, сейчас мне надо как-нибудь попробовать так, чтобы крутить двумя руками своими кривыми. Сейчас я перчатки надену. Телефон изыму. Телефон изыми, пожалуйста, да, а то он санкционный.
чтобы он утонул нахрен этот телефон. Такие 17? Да, один 17, второй 17. Остальные, по-моему, черт его знает. Тут 14, 14, да, это все-таки такая техника. 14 или 13, дай боже. 14 я взял. Паша красавчик, положил, блядь, фанерку нахуй, я лежу на снегу, блядь. Это просто идеально, блядь. Простите за мой английский. Но зато камера стоит на фанерке, братцы. Ах, вернусь домой. Окунусь, так сказать, в атмосферу любви. А в общем и целом выходные неплохие. Блядь, надо сначала то отвернуть, а то это все мне на морду упадет. А 17-ю ты унес? 17-ю у меня в руках. Дай мне ее, пожалуйста. Ну, у тебя, вернее, там. Как у меня? Все, отстал, понял. Да, господи, как тут неудобно-то. Георгий Александрович, ау, как у тебя дела? Игорь Анатольевич не хватает. Игорь Анатольевич, не хочешь вниз? Я тут забиваю. Игорь Анатольевич. Ёшки. Иди ко мне. Я уйду. Слушай, из этой истории. Мы с Тимуром Дмитриевичем держим дистанцию. Да. Мне кажется, вы тут вдвоем очень красиво выглядите. Выглядим действительно красиво. Ну такое. Самое херовое, там еще фильтр снизу. Вы крутите? Максимально. Мать моя женщина, вот это пробка. Вот это поддон. Так, братцы, давайте без пневмонии, вытаскивай меня, пожалуйста, отсюда уже. Спасибо, дорогой друг. Теперь руку. Опа. Я пошел, знаете, что заколачивать. Что, бабки? Безостановочно. Так, ну что? Я полез за ключом. А, он же там еще нужен. Докручивать же это все, да. Ты сейчас отелку сломаешь, потом все. Подшипники придется перепрессовывать. С этой стороны вверх готов. Сам чуть не ненавижу. Что ты мне предлагаешь? Держать тазик. Какой, блядь? Тазик дайте. Нет, он грязный с этой стороны. А тут дофига катков его хрен. А нет, протащил. У нас все нормально, все продумано. Протащил, да. Так. Теперь у нас ситуация. Смотри. Ситуация в корне неприятная. Какая? Ну, там 18 литров масла по паспорту. Нет, ну вообще просто дух. Поэтому мы делаем... У меня в одной руке камера. Я снимаю. Я не могу крутить двумя руками. А, ты себя должен крутить еще? Ну, конечно. Ты себя должен факаться еще... Ни в коем случае. Возьмите, пожалуйста, вот ключ. Он все подходит? Конечно, все проверено. Все проверено. Видишь, как идеально подходит. А нет трещотки? Трещотки нет, они все сломаны. Потому что набор Медведева говно. А моих наборов нет, потому что я их все подарил. Ага. Вы знаете, хоть какой-нибудь да набор. Че? Хоть какой-то да набор. Согласен. Но. Блин, он ничего не вставляется. Как не вставляется? Как? Только что вставлялся. А, все, вставился. Все, подожди. Блядь, нам придется. Подвинуть нельзя куда подальше. Ну я что делаю? Нам просто придется отсюда очень быстро эвакуировать. Понимаешь? Нет. Медведев как? Нас не вытащит двоих сразу. Да, сейчас. Медведев! А? Возьми меня, пожалуйста, за ногу. Я сделал. Не, она уперлась во что-то. Она уперлась, конечно, в снег. Не, я не настолько сильный. Подожди, не тяни. Я когда буду орать, эвакуация! Тогда тяни. Тогда тяни кого? Меня. Да? А я все остался здесь, что ли? Ни в коем случае, Игорь Анатольевич. Сука. Так, поехали. Против часовой давай. Пошла. Худи еще застрем. Минуточка божественной интеграции. Да. Вот эти худи вы можете купить по ссылке в описании на электронную только почту. Только чистые. Чистые, в масле, как сейчас чистые новые. И между прочим, они очень хорошо стираются. Несмотря на то, что мы сейчас будем все в говне, потом это все отстирается легко. Какое качество? Тазик держать, да. Потому что иначе... Держи тазик. Как? Я держу, как другой могу. Другой рукой. Я другой рукой камеру держу. Смотри. Нет, Медведев, подожди. Медведев, подожди. Подожди, Анатолич, у меня есть идея. Стой, подожди сейчас. Она уже руками идет. Да я понимаю, что поэтому я давай, подожди, давай немножко выползем. Да. Это же логично. Логично, Медведев. Блять. Я первый иду. Сука.
Медведев! Да. Давай второй, вытаскивай Саныч и второй тазик, давай. Стойте, суки! Вот так хорошо. Я второй тазик, дай, подожди, второй тазик сразу сюда. Сюда? Конечно. А, логично, давай, да. О, Господи. Я еще никогда так масло не менял. С тазиками. Тазиками. Так, давай, ты откручиваешь. Я меняю тазики. Ты меняешь тазики. Так, я вот тут нашел, за что схватиться. Чтоб да, я мог. Да ничего не будет. Не надо, не тащи, не тащи. Все нормально будет. Да как же, ни хрена. Ну надо этой штукой крутить, вот она лежит. Что, пошла? Нет. Пошла, только нет. Какой кошмар. Так выглядит беспомощность. Так выйдет, блин. Все, пошло. Если что, пробку роняй в тазик, у нас там донорский есть. А, пробки? Да. Или тазики? И тазика больше нет. Тазика вот так руку, чтобы не засрало. Момент ты истины. Ты поставь вот так, чтобы он не брызгнул. Так, ну что ты ворчишь-то? Ну, давай уже сейчас открывай. Я в масле буду. Сейчас, ты столько, блин, 500 тысяч человек ждут, пока ты пробку эту отвернешь. Ну что ты за человек? Это пата какой, художественная линия такая. Да. Бля, какая пробка-то длинная. Длинная? Шайза. Все? Еще ударился, вот. Чем ударился? Лицом. Блять. Ну как вы там? Как тебе сказать? Нормально. Течет? Течет. 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 Подожди, я сейчас буду готов убирать тазик, а ты это подставляй. Все. Итак, 3-2 раз. Подставляй тазик. Блять. Я не удержу тазик. Не матерись. Я не удержу тазик. Ты прикалываешься. Я сейчас его двину, и ты весь вообще утонешь в масле, блядь. А, давайте еще тазики. Еще? Нам нужны тазы. Нам нужны тазы. Не, блядь, все, пипец, все нахуй. Ну что ты сделал? Да вытаскивай этот сволочь! Пожалуйста! Нет, нормально, мы успели. В принципе, немного пролилось. Это пиздец. Это плохо. Я вижу. Ай, блин. Вот вы корки мочите, а. В смысле? Да без смысла, блин. Все, весьма было хорошо. Тазика, позвони на меня. Это будет. Ну, ой. Ну да, в принципе, вы основное все сделали. Нет. Еще пробку завернуть. Это полбеды. А где беда? Масляный фильтр. Ага. Так, два тазика. Ага, доставать весьма неудобно. Замечательно будет. Да, осталось решить, кто будет доставать тазики. Почему я? Как руководитель. Давай камень, ножницы, бумага. Давай. Давай. Что ты с одной? С одной, давай. У тебя одна рука, у меня. У меня камера, давай. Подожди, камень, ножницы, бумага, раз, два, три. На три, да? Да. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Еще раз. Еще раз. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ах ты ж, сука. Прошу, пан. Блядь. Полотенце. Я больше никогда в эту гребаную игру играть не буду. Камень, ножницы, бумага. Уже сколько раз начинаю в нее проигрывать. И не понимаю, что, теряю былую легкость или что? Так. Будьте любезны. Спасибо. А теперь самое интересное. Сейчас пойдет. Что ты такой? Блять, пану, сам достань. Помаслица у него сейчас пойдет. Аж слюни полетели. Как в анекдоте. Ты, говорит, подковырни. Дальше как по смазанному пойдет. И тот тоже в масло, в ведро. Ваше предположение, разольет сейчас Георгий Александрович или нет? Однозначно. Не хотелось бы. Ай-яй-яй, льешь, Георгий Александрович. Если бы у меня были друзья, они бы мне помогли. Подожди секунду. Подожди, Тима Дмитриевич, отойди. Не шевелись, подожди сейчас. Что ты хочешь? Я помочь тебе хочу. Пролить на меня второй таз? Так, давай, вот я с этой стороны тяну, ты с той стороны. Давай, все-таки первый раз у нас была ничья. Так, все. Тихо, не отпускай. Я не отпускаю. Стой, подожди. Как мне здесь собрал? Я просто на коленях предварил. Отлично. Все, давай, ведро. Лайфхак, попробуем масляный фильтр открутить сверху. Кто здесь столько рычагов-то понаставил? Это же просто сумасшествие. Ну что-то хрустнуло. Паша, ты говоришь, это хорошая трещотка. Да, ничего не очень. Нет, она не трещит. Блядь, вы серьезно? Не может быть. Да, это очень хорошая трещотка. Может. Нет. А, ну да, конечно.
Кручу, 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 я гайки кручу. На теле я как птица лечу. Мне все на свете по плечу. И гайку эту кручу по свету. Кручу, верчу, куда хочу. Кручу, верчу. Да когда ж ты уже, сука, кончишься? Кручу, верчу. Сам, на себе горшочек принесли. Что? Горшочек принесли. Зачем? Под масло. А, очень смешно. Вот иди туда, ползи его подставляй. Кто, я? Нет, я. Пальцы береги. Все, зашла одна. Да? Да. Пальцы убирай. Я чувствую, мы сегодня максимально починим эту стрелку, насколько только это возможно. Так. Фильтр сюда. Да, у нас с этого вылилось. Так, Пашенька, сделай доброе дело. Эти здесь пределы. Можно мне чуть-чуть маслица отработанного? Сейчас, одну секунду. Из тазика в тазик. Так, я пойду помогу. Сейчас сделаю. Так. Сюда. Какой у нас чистейший впускной коллектор, братцы. Вы посмотрите, просто. Он вообще не работал? Просто девочка. Все, стоит. Сара, сколько тебе масла? Ну, хватит. Здесь много не надо. Вот, я понимаю, технику делали. Уровень масла, фильтрующий здесь элемент. Надо, здесь климат иной. Масляный. Это что, горшок или что это? Это горшок, да, ночной. Это горшок? Да, ночной горшок, да. То есть мы сейчас из ночного горшка, в который срали дети, да, наливаем масло в воздушный фильтр. Но они же дети. Дети, цветы жизни. Сорвал цветок, подари бабушке, да. Тара-та-тара. Все, уровень масла установлен. Тимур Дмитриевич, ты был очень четок. Благодарю вас. Давай, все хорошо. Я не знаю, как это. Что, Игорь Анатольевич, не получилось? Нет. Двигатель крутит по-прежнему. Да я не знаю, что это. У меня на ханерках вообще не... Там просто все сгнило нафиг. От слова совсем. Конечно. Я, конечно, понимаю, что я сейчас установлю это стекло, но как только кто-нибудь попробует опустить, оно опять выскочит. Так мы ее просто не будем пускать. Ну, логично. Тут, в принципе, оно... Так, все. Что? Заливаем масло новое и выезжаем. Поддон поставили, фильтра поменяли. Делали, на самом деле, все это быстренько, потому что что-то холодно. Несмотря на то, что весна, но холодно. О, какое оно густенькое. Это то, что надо для нашей дизеляки-то. Много не лет, он сейчас угол не пройдет. Подожди, остановись. Аквамаринового там еще сет, там сеточка еще в клапанной крышке. Поэтому быстро не будет. Короче, значит, по мануалу 18 литров. Но мы бахнем 20. Это дизель один хрен сожрет двухтактный. Надеюсь, в разнос не пойдет из-за лишних 2 литров. Как ты думаешь? Не, не пойдет. Тут, кстати, есть глушилка для разноса. Посмотри на Анатолича, он там уже как раненый лев. Как меня затеребонькало это стекло. Ну, его зафиксировать надо как-то. Оно, видишь, что оно не вставляется. Конечно, потому что это все не отсюда. Почему? А что отсюда? Просто оно все сломано, сгнило. Ты стекло видел? Стекло родное даже. Ну, какое ты, смотри. Вот тут даже написано что-то не по-нашенски. Ну, как тут не написано? Как не по-нашенски? Может быть, написано на нашей технике? Ну, по-нашенски, но не по-современному. Ну, смотри, как оно вырезано. Оно просто обстукано. Обстукано. Скажи, написано для АТЛ. Для АТЛ, да-да-да. Дизельный. Да-да-да. Такой-то ВИН-номер. Вот родное стекло. А, да, сталинит. Ну. Но это не факт, что это от нее. От нее, от кого еще можно? Ну, смотри, какая она покоцанная. Ну, здесь, так оно-то уплотнитель нету. Ну, возможно, они с какой-то другой машины просто поставили. Может быть. Безотходное производство. Все в печь на отработке. Вот так, держи крепко. Так, держи. Я понял, это не закончится никогда. Просто никогда это не закончится. О-о-о. Давайте хотя бы сейчас СТЛ заведем, прогреем. Замечательная техника. Все. Сейчас поедем. Давление 3 очка. То, что надо. Все, огонь. Как только мы сделаем всю технику, надо будет посвятить серию электричеству. Все сделать. Ну, это черт его знает, когда будет. Ну, когда-нибудь обязательно будет. Давление просто пушка. Он и заработал мягче, кстати говоря. Вот что значит техническое обслуживание. Да? Господа арматурщики, вам не надоело? Еще нет. Еще солнце не село.
Сейчас солнце сядет, мы уже не прокатимся, у нас фар нет. Так нету. Так же, как есть, только наоборот. Все, с Богом! Вот это первая передача. Едем вперед. Это влево, это вправо. Все. Главное не перепутать. Наоборот. Это если задним ходом. А, это влево, это... Да, благодарю вас. Я просто, я отзеркалил. Так, все. Тимур Дмитриевич, садись. Пошла, родная. Ё-моё, провалился. Ну, формально, формально, это можно считать первым выездом. Можете нас поздравить? Надо будет, кстати, траки подтянуть. Реально надо будет траки подтянуть. Там вроде есть куда, я посмотрел. Во всяком случае, левую гусеницу точно. Реально надо подтягивать. Надо траки подтягивать. Давай я вылезу. Стой. Здесь гораздо лучше. Выбивает передачу. Передачу выбивает. Ты так сильно, это не газуй, демон. Передачу убивать. Ну конечно, надо, потому что на таких оборотах следующую включать. Что на первой-то? А знаете это почему? Это потому что как у кого-то на Evolution не было, понимаешь? Здесь техника ни при чем, дело в человеке. Да. Кто-то мне говорил. Я ехал нормально. У меня все было хорошо. Смотрите на дорогу. Сейчас Игорь Анатольевич здесь Карабас угомонит. Ну? Ну что? Так-так-так. Коробки трубали. Высыпали все гранды. Что ты на меня так смотришь? Зачем ты с ней вот сейчас так поступил? Как? Угомонил бутылку. Кто угомонил? Все хорошо, сейчас мы заведемся и поедем. У меня живой свидетель, как был на Байкале. Да. Один живой. Я еще живой пока. Не вынимаю. Это заднее. Это заднее, правильно? Просто. К себе? Нет, заднее вперед. А это первое. Ты просто вниз делаешь, это первое у тебя, да. Давай, вставай, попу поднимай. Заводиться. Поехали. Заводиться будем. Поехали. Что-то как-то звучит не очень. Придурки. Давай. Да все, мы сейчас не поедем. Ну выхлёстывайся отсюда. Не поедем мы сейчас. Я тебе базарю, мы сейчас никуда не поедем. Дали покататься, ты все сломал. Дайте мне покататься. Господи, дали человеку покататься. Угомонил тачку. Да не говори. Пи. Аманды. Это выглядит очень некрасиво. Поехали, говорит, покатаемся на ТЛ-ке.
Тимур Дмитриевич, подожди. Ну да, ну да. Дали мне, когда уже все испортили. Что, 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 что? То, это что, что, так может, же, как ты с Резолюшеном, понимаешь? Все хорошо с Резолюшеном было. Заметь, ты нормально ехал, я нормально ехал. А Анатолич на все деньги. Как он говорит, спешу жить. Буксует. Сцепление буксует, сцепление. Канты сцепления. Ну что, ты не знаешь, как это работает? Ты сейчас шестерни приломаешь, нам придется еще коробку искать. Она вообще не включается. Ну снега-то много, где-то здесь вон, почти по колено. Короче, у Анатолича есть одна фишка, я много раз про нее рассказывал. Он очень упертый, максимально упертый. И сейчас либо АТЛ выйдет, либо АТЛ умрет. Есть несколько вариантов. Ты ёшкин картошкин. Бедная коробка. Все, 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 глуши, 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 глуши. Почему закипели? Ну, потому что... Потому что... Потому что круглая земля. Надо просто подождать. Да. Может, из-за этого коробка ревнует? Да, 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 да. Да, да, да. Перегрели карабас. Проблемы с радиатором, да? Да, конечно. Как на Субару. Ой, как на Эволюшене. А, о, смотри, какие оговорочки-то по Фрейду. Как на Субару, как на Эволюшене. А что у вас, кстати, на худе написано? На худе написано? Да. Я не знаю, только как-то букву непонятно. Ну давайте раздвиньте. Это минуточка божественной интеграции. Она уже была. Конечно, Бог любит Троицу, давай. Ну опусти ручками. Кого ручками? Животик. Вот животик. У меня нету животика. Видите, все, немцы делают автомобили, а японцы делают вещи. Все. А это что, кто делает? Это лучше, чем японская и немецкая техника. Я вот видел, ездил, все перестало ездить. Да, я ездил нормально. На худе у нашего менеджера. Нет, пожалуйста, нет, 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 не надо, нет, Игорь Анатольевич, да, да, стой, да, стой, 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 да, стой. Я гружу, да, это не поможет никак вообще. Меньше. Смотри. Что смотри, я с утра с таким же звуком встаю. Представляешь, тебе с утра по суставам кувалды. Смотри, посмотри. Звук есть? Чуть-чуть. Блин, что происходит? Это же техническая серия. Смотри, скрипит только в конце. В конце только скрипит. Смазки не хватает, если в конце скрипит. Возраст уже не тот. Не знаю, Георгий Александрович. О! Есть вопросы? Ты до конца нажми. Вот до конца. Вопросы есть? Есть. Задавайте. Как мы сейчас поедем обратно? С помощью кувалды. Сейчас сцепление заработает. Ты еще не по коробке постучи. Ты сегодня целый день только ходишь по ней и кувалды херачишь, понимаешь? Естественно. День кувалды. Ужас. Ну что, остыл? Да, все, я, пусти меня за руль, пожалуйста. Не могу я больше уже. Ага. Тихо, тихо, тихо.
Ну-ка. Приехали. У нас работает температура двигателя? Где? А, да. Если она... Амперметр работает? Не работает. Топливо не работает. Почему? Думаешь, не работает? Не работает. Ну, давление показывает. Оборот мне не показывает. Клево покатались? Недолго. Недолго. С каждой секундой во мне крепнет... Желание продать? Что мы переплатили. В общем, как и всегда. Ну что ж, окна мы закрыли. Да-да-да. Не трогай сейчас. Да я обратно поставлю сейчас. О, нет, только не это. Что? Работает, все открывается. Все же хорошо работало. На сегодня это все. Нам предстоит еще очень много сделать. Просто очень много всего. Но! Не так страшен черт, как его малюют. Ё-пр-с-т. Я еще раз говорю, особого опыта эксплуатации гусеничной техники у нас нет. Но, тем не менее, даже я понимаю, что это не делать. Не так вот так вот. Ну, от слова совсем. Короче, видимо, сейчас это была основная проблема. Ну, помимо сцепления. Сцепление понятно, еще как-то вот так вот. Что с одной, что с другой стороны. Надо подтягивать. Но это уже в следующей серии. Хорошего понемножку. Вообще, все наши сегодняшние приключения мне чем-то напоминают фильм ДМБ. Хорошо отдохнули. Душевно. Душевно. Ты суслика видишь? Нет. А он там есть. А он есть. Приключения продолжаются. Всем мира, добра, удачи. До новых встреч. Обязательно подписывайтесь на наши резервные ресурсы. Это Telegram, Яндекс, Дзен и Рутюб. Ходят слухи, что скоро в Рутюбе будет очень хорошее обновление. Это инсайт только. До новых встреч. Пока. Я все равно его починю.